Проблемы вынужденных переселенцев и пострадавших от боевых действий необходимо срочно решать на государственном уровне. Об этом заявила нардеп Наталья Королевская. Вместе с депутатами от ОПОБЛОКа она требует отменить ограничения Кабмина на выплату пенсий для переселенцев и людей, проживающих на неподконтрольных территориях. По ее мнению, эти ограничения нарушают Конституцию, отбирая у людей право на законно заработанную пенсию. Мы на протяжении 3 лет инициируем рассмотрение в парламенте закона о статусе социальной защиты мирных людей и детей, пострадавших в результате этой войны. К сожалению, за 3 года парламент так и не удосужился рассмотреть и принять это решение, важнейшее решение. И я очень надеюсь, что посещение сегодня представителями Комитета социальной политики серой зоны, посещение блокпоста, они убедились своими глазами, какая это сложная процедура и сколько нарушается реально прав людей, граждан Украины.